В городе с июня вновь начнутся ремонтные работы. Они будут затрагивать 11-ю школу и детский сад Таншалпан. Руководитель городского отдела образования отмечает, что конкурс на выбор подрядчика уже объявлен. Идет рассмотрение заявок. После подведения итогов и определения победителя будет заключен договор с подрядчиками. В июне также запланировано продолжение ремонтных работ в 19-й школе. На ремонт данного объекта из областного бюджета уже выделены средства. На сегодняшний день по 4 лотам состоялись конкурсы. По одному лоту объявлен повторно. Это на благоустройство территории. В целом по устройству освещения территории, устройству спортивных площадок, там площадка правил дорожного движения, устройство ограждения, на это уже конкурс, итоги подведены. На этом ремонтные работы не заканчиваются. В текущем году предусматривается восстановление еще нескольких объектов образования и детских садов. В этом году еще дополнительно 85 миллионов выделено на текущие ремонты школ. Это 16-я школа, дополнительно выделено на пристройку здания, ремонт пристройки. Дальше на устранение предписания ЧС и СС, еще 32-ю школу на демонтаж окон спортивного зала. А также еще плюс на технадзор 16-й и 19-й школы. Садиком где-то около 20-30 миллионов. Это текущий ремонт ремонт кровли детского сада номер 8, текущий ремонт отопления детского сада номер 9. И ремонт электрощитовой – это детский сад номер 21. Данные мероприятия направлены на структурированное обновление образовательной сферы города. Рахат Кастаев утверждает, что следит за продвижением ремонтных работ с особым контролем. Юлия Исланова, Акир Кебалкибекова, Сергей Баданин, Новости Темиртау.